Здорово, Вадим Вельгорский, брат. Короче, у меня к тебе предложение. Супер крупное. Мы сейчас с тобой идем дуэль. Ага. Идем дуэль. У тебя недавно, ребята, кто не в курсе, было день рождения. Тебе подарили классный сертификат в одно место, которое, возможно, ты хотел дать своей девушке, но я сделаю по-другому. Если... Салон красоты, ты да, про этот сертификат. Да, про салон красоты, брат. Ребята, что я предлагаю прямо сейчас тебе, брат, смотри. Если я тебя выигрываю, ты берешь данный сертификат, берешь меня, точнее, я иду к тебе, я беру камеру, такую экшен называется, да, и снимаю, как ты в салоне делаешь завивку своих прекрасных, чудесных волос. Ну ладно, так и быть. Если я проиграю, то так и быть, парни, вот это ухо будет проколото, продырявлено, у меня будет лишняя дырка на теле. Я поставлю сережку. Продырявим деду союз! Подожди. То есть как дырявим деду, так у тебя сразу реакция, как ты будешь кучерявый, так пофиг. Подожди, знаешь что? Подожди, а ты понимаешь, что чтобы мне вернуть свою старую прическу, мне нужно будет налысо побриться? Да, налысо побриться, волосы отрастут, а ты понимаешь, моя дырка никогда не зарастет. Я не знаю, когда этот ролик выйдет, но с Ангелом мы тоже кое-что очень интересное, как говорится, бахнули. Ой, парни, там вот. Жесть. Тут я выиграл, как бы. Я надеюсь, что и здесь я выиграю. Наверное, парни, Вадим Вельгорский, точнее, ну, Веля, забыл, как он уже играл как-то против деда на покраску своих ноготков, брат. Тут то же самое сейчас будет. Дядь, ты понимаешь, что после Маника я, ну, типа, у меня вот сейчас Маник, типа, который, ага. Типа, ну, от обычной нейтральной, ну, брат. Ты да? Понимаешь, что после этого это такая травма для меня была. Что... Ставьте лайк, чтобы у Вели не было сегодня травмы. Буду пуделем, получается, да? Ты хочешь из меня пуделя сделать? Брат, смотри, тебя позовут зато на картинке, на мерч. Да, а я из тебя сделаю пирата. Да какое на левое ухо? Я левое ухо буду прокалывать. Че сразу пират, блин? Ну, тогда... Ладно. Ну-ка, дай дроп, постучу тебя за гимназию. У меня очень дорого, богато. А где наклейки? Где что наклеек нету? Брат, Genesis нельзя портить наклейками. Нельзя портить. Это как релик портить наклейками, брат, тоже, типа, не вариант. Ну, понятно. Я не то чтобы хотел проколоть ухо, но придется прокалывать. Поэтому, парни, надеюсь, дед выиграет. Пишем комментарий, кто победит. Болеем. Дед колет ухо, а потом дед проколет жопу. Ему понравится. Он такой, let's go. Дальше. И будет, знаешь, типа это, вставит себе тоннели в уши. Да. Дед нефор получается. Да, потом мама мне звонит и говорит, сын, ну ты что делаешь, тебе 35 лет. Вот, если бы у тебя волосы росли, я бы, наверное, бы иракез бы сказал делать. Да, прикинь. Подожди, так я могу иракез выращивать, по идее. Да как ты выращиваешь? Ну по бокам брить, а посередине нет. Понял? А тебе посередине растет что-то? Ну да, чуть-чуть, да. Салон, кстати, хороший. Я видел сертификат. Подожди. Победа. Я говорю, помню, салон был хороший. Там прям видно, что завивку сделают тебе вообще имбовую, брат. Завивку. У меня просто будет афро, понимаешь? Вот это да, вот да, на голове. Да. Там накрутят, навертят. Мне буду просто вот афро, как из GTA San Andreas. Сразу покрасишь волосы тоже прикольненько. Да в чё я покрашу, брат, волосы? Не знаю. Ё-моё, брат, блин. Ну я уже все, я уже выхожу на тебя. Да, все, лазгиря. Лазгирит. Ребята, супер обновление на сайте GG Stand of Marvel против DC. Выбирай свою сторону. Лутай голодишку, сражайся против Таноса. Новые кейсики порадуют тебя, братишка. Ты можешь один из них залутать абсолютно бесплатно по моему промокоду, который я оставлю тебе в закрепленном комментарии, поэтому смотри туда скорее. А также с помощью моего промокода ты можешь себе залутать барабан бонусов. Не забывайте, ребята, что барабан бонусов — это очень важная часть, потому что там ты можешь получить, я не знаю, 10 тысяч, случайный скин, там еще много чего, кэшбэк. Поэтому, братик, барабан бонусов тоже не забывай его лутать. Ребята, не забываю, выполняйте квесты похитителей камней, и вы можете залутать тут, я не знаю, 200-300 тысяч голды. И, ребята, не забывайте, что при пополнении вам даются специальные бонусы, где вы в логове можете обменять их на какой-то скин. То есть ты положил 100 рублей, нажал обменять, точнее тут кнопочку еще создать, и просто залутал все что угодно. Поэтому, братцы, не забываем обмениваться. И, ребята, самое главное, копи энергию, сражайся против Таноса, просто мочи его. Потому что за это ты получаешь определенные места, где ты, когда заканчивается ХП у Таноса, получаешь на халяву голдишку. Поэтому, братцы, закрепленный комментарий, вся информация там. Желаю тебе удачи и погнали дальше к видеоролику. Блин, у меня управление беспонтовое, но сейчас вроде заработало. Беспонтовое? А, что ты в темке сидишь, брат? Зачем? А ну это моя любимая позиция, темочка. А-а-а! Да ты дурачок, ну как?
Да что за приколы, реально? Вот меня всегда удивляют типы, которые так вылезают, вообще как бы, ну, по таймингам таким лютым играют. Это же просто габелла. Бро, я не знаю, какие ты сделал. Ну, просто я просто догадался, что здесь Тёмке уйдёшь, раз тебя там пикнул, накинул Грену просто туда, и все. Накинул Грену, прямо в меня попал. И прям по тайминг еще вышел, взял. Ну, ты же понимаешь, ты же вышел по тайминг Грены. Ну да. Ага. Брат, ты так громко прыгаешь, это? Да. А, потому что мне страшно. Спас мы взяли! Вот это вот! Вот это вот Великорский спас он взял! Понятно, понятно! Ладно, ладно! Хорошо! Я хочу выиграть! Мне стыласто, да? А у тебя статрековский спас был? У меня? Да, yes, yes. Много информации дало тебе это. Да. Какой смысл? У тебя тот же самый спас? Да, да. Понятно, Я еще такой на ролике пальцем такой, смотри, пацаны, такой же спас. У нас ММ, если что. Да. Ну я попал, не засчитало, повезло. Нет, ты не попал. Нет, я попал, хитмаркер был, просто не засчитало. Да это тебе привиделся, этот хитмаркер. А, хорошо. На самом деле его не было. Что ты, брат, АВМ берешь, скорее всего, да? Ну да, да. Значит, ты в Тёмке будешь, да, скорее всего? Ну, естественно. Конечно, нет. Сук! Я знал, что ты здесь будешь. Так, а где мне ухо прокалывать? В том же салоне, наверное, где ты и завивку будешь делать. Нет, там где-то татухи, брат, короче, я делаю, делай. Да. Так, левое, ты говорил, ухо, да, левое? Да, а сережку вместе выберем деду. Ну, брат, это по твой вкус, на самом деле. Да твою мать, блин, что за фигня? Ладно, Вадим Вельгорский, вы встряли. Я, ну, начинаю этот, как его, собирать руки-ноги, ноги в руки. Руки-ноги. Сейчас все будут писать, да дед специально поддается, он хотел себе сделать сережку. Не, парни, не хочу я ее делать. Вчера стримил, как это, ну, в форме ВДВшника, сегодня делает сережку. Поэтому слушай, я не верю, что деда поддается, честно говоря. Это же прикинь, это же... твою! Я застрял! Я просто не смог пройти! Я хотел уйти, я понял, что ты там сидишь! Да блин! Ты не пролез, брат, просто. Я просто с жопа застряла в текстурах. Я просто сейчас представлял, ребята, я в берете, в тельняшке, и сережка там какая-то, клубничка висит, слышишь? Клубничка просто, дай пройти, блин! Дед, знаешь, у тебя не голубой берет, а розовый берет. Осуждаю! А, твою мать! Убери АВМ! Давай, убирай нафиг АВМ! Без АВМов, все! Хорошо. Ну все, я буду знать. Да пошел ты в баню, что ты 87! А понимаешь, что ты как-то мне на прицел лезешь? Смотри, сейчас тебе придется немножечко напрягать попку, потому что я за КТ перехожу. Да, я играю сейчас в Раше, мне довольно сейчас будет сложновато. В следующем месяце мы еще одну дуэль играем, типа на... Проколотый бровь. Ой-о. Короче, хочешь, парни, пишите проколоть в комментариях, что следующее деду прокалывать. А подожди, в смысле проколотую бровь? Ты уже уверен, что я ухо проколю? Сейчас напишут жопу себе проколю. Не, я уверен, что ты сейчас себе ухо проколешь. Да как я в голову два раза попал? Почему один засчитало? Он разработчику написал по-любому перед этим роликом. Да? Я сказал, хотите. Ты кому написал? Деду с ухо проколоть. Подкрутите мне урон. Добавьте мне плюс 500 хп, да? Да. Я попал хоть раз по тебе? Конечно, нет. Если ты попал, у тебя маркер тогда побился бы. Нет, в прострелах нету. Да ну какого схи! Почему в голову не попало? Почему минус 43? Что-то вообще, дедус, вообще на расслабоне каком-то. Я не на расслабоне, я стараюсь, у меня не получается. У меня голос сел уже, я орать устал. Куда мышка улетела? После проколотого уха ты пойдешь, ну, в свой любимый бар? Конечно, тебя с собой бар возьму. Голубая устрица. Да, тебя с собой возьму, мы же договаривались. Да ну! Че, взял, да, ушел! Отдай сюда калаш свой. Какой ты там калаш у меня отобрал? Твой калаш отобрал, все, буду с ним теперь бегать. У меня деду с калаш отобрал. Так, а вы мне берешь, блин? Верни мой калаш! Че ты сказал не брать? Да пошел ты! Это нечестно, ты прострелил меня через какие-то коробки. Это что за херня была? Я не знаю, через какие. Ты прострелил меня через коробки, так не... Это че? Так!
Ёжаный рот, вообще, я в твою мяу просто. Так. Все, смешно тебе, да? Да, нет, больно. Мне реально смешно. Я уже чувствую, как мое ухо прокалывается просто. Короче, пацаны. Блин, это больно, наверное. Это больно. Все, я... Ну, я пошел прокалывать. Все, давай, Леша, иди прокалывай. Пошли прокалывать. Итак, Алексей возле тату-студии. Что он будет делать, непонятно. Тату-салон Персиб. Алексей, сколько вам заплатили за пиар? Нисколько. Даже скидку не сделал. Я буду сегодня пробивать свое ушко, потому что я проиграл дуэль Вадиму Витгорскому. Кстати, он сейчас там. Опа. Давайте выбираем сережку Алексею. Смотри, ты фиолетовенькую, красивую. Фиолетовенькую? Тебе, по-моему, под глаза, да? Под мои глазки. Да. Карие глазки. Тоже красиво. Не играйте с ним в дуэли. Вот понимаете, вот до этого, получается, борода была, то есть как-то, знаешь... Брил. Приехал в Новосибирск и уже в реал лайф просто уже проигрывал. Офигеть. Что, когда будем колоть этого пациента? Сейчас пойдем. Сейчас. Скоро пойдем. Выкрывай. Да, фиолетовенькую. Сейчас примерим. Поддержим Алексея. Я за всю свою жизнь ни разу ничего не резал, не тыкал, не протыкивал. Если что, мама, прости меня. А как вы думаете, почему Леша не хочет и правое ухо делать прокол? Ну, возможно, он... Не, вообще левую же прокалывают? Да. Либо обе, да? Нет, на самом деле это все предрассудки. И сейчас многие парни, типа, что все это неправда, прокалывают правую. Вообще, какую надо, правую или левую? Вообще, ну, типа, левую. Ну, все. Левую. Подстава такая. А можете сделать больнее? Не надо. Там есть какие-то места, где если может быть больно, если неправильно попасть, да? Ну это если мы задеваем клещевую часть уха, а здесь по сути кусок жира просто с кровеносными сосудами. Здесь особо никуда не попадешь. А у меня жир на ухо. Сочненько. Сочное мясо. Тогда ты ничего не будешь чувствовать, брат, это вообще изи. Если мочка это кусок жира, прикольно. Пока не а прям зубочисткой? Не. Прицеливаешь? А прокалываться какой-то жир, пистолет будет? Нет, мы работаем с стерильными отрасовыми. Хардкор. Я просто жил пистолет вообще. Вы тоже прокалываете? Все прокалываю. Крутяк. Я буду бровь прокалывать. Ложись на спинку. Ого. Что-то мне страшно. Мне самому страшно уже стало. Иголка большая. Да, там вообще здоровая. Ну она... ладно. Так, Леша, выдавай жник бывший. Почему бывший? Уже можно было? Это ваше состояние, Алексис. Это... Тебе прям реально из уха торчит что-то. Сколько пальцев я показывала? Вроде 3. У нас все понятно, мы теряем пациента. Вообще-то 5, Леша. Я почувствовал, как мы что-то закрутили в ухо. Ну, Сережка. Как будто я этот Cyberpunk можно снимать теперь. Говорят же, первый раз всегда больно. Слушай, Леша, ты не хочешь в рок-н-ролл податься? По тебе теперь стиль рок-н-ролльщика. Тебя подосуйся, покрасуйся. Вот час она болит. Да? Видно? Класс. Ой, ты посмотри. Не играйте с ними дуэли. Вот это дед, конечно, модник. Короче, парни, дед выдержал эту боль, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. И напишите в комментарии, да что еще мне сыграть с кем. Все, всем пока.